И с тех пор вот вода набирается, набирается, никого у нас здесь нету. А мы очень беспокоимся, потому что детки бегают в школу мимо всей этой истории. Со всех сторон все перекрыто из-за глины, проезд запрещен, и сами не можем попасть домой на машинах, то есть нам приходится очень тяжело добираться до сюда. То есть весь проход, какой у нас здесь остался, он получается весь в воде, так как из этой ямы все проходит по нашей улице, все в воде. В пятницу на наши просьбы диспетчер говорил, что мы все сделаем, но машина приехала без 10 вечера и 4 раза подъезжала. Откачивала воду. Но с пятницы больше никого не было. И вот уже вся вода пошла через край. Что дальше будет? Какие промоины дальше пойдут? Что будет твориться на нашей улице? Вообще никто ни о чем нам не говорит. Мы звоним в диспетчерскую, коммунальную сеть, отвечают, что мы заявку передали. Все, никаких результатов или что-то работы в будущем нам никто не говорит. Относительно экономии воды. С 13 числа круглосуточно вода течет из колонки, не переставая. Пока водопровод не исправит, вода в колонке будет течь, не переставая все время. Если вы устали ждать, когда на вашу проблему обратят внимание, пишите, звоните в нашу программу, и мы поможем вам быть услышанными.